Всем привет! Сегодня обзор очередного похода на металлолом, что удалось добыть. Такую вот дрель. Патрон вроде целый, заржавел просто. Эта скорость не работает, это вроде как работает. Я еще не разбирал. Будет видно, что там под реставрацию. Вот такое вот долото или стамеска, ну скорее всего долото, тоже под реставрацию, под восстановление. И гость программы — вот такие вот тисочки. Нет болта вот этого, который отдвигает переднюю губку. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Вот так целые. Здесь шайбу надо сделать. В общем, под реставрацию тоже. Или под восстановление правильный. Все вот это счастье обошлось мне меньше $2. Если интересно, подписывайтесь. Скоро будет видео о восстановлении. По поводу стойки для дрели, которую я в прошлом видео показывал, притащил из металлолома. Пока приостанавливается, нас накрыли морозы суровые, 24 градуса. В гараже у меня не отапливается, поэтому ждем, пока потеплеет. Кому интересно восстановление, подписывайтесь, оценивайте, пишите комментарии. На этом у меня все. Всем пока!